станице Северской прошел муниципальный этап 12-го открытого регионального православного фестиваля «Господи возвах». На сцене Дома культуры выступили солисты и творческие коллективы из разных поселений района, детские, молодежные, смешанные хоры. Фестиваль проводится в целях сохранения и развития русской церковно-певческой традиции. Культура вышла из церковной среды, это архитектура, это живопись, и, конечно же, это музыка, это церковная музыка. И сначала, имея исключительно богослужебное употребление, эта культура просвещала людей. И хоть церковное пение – это то, чем мы до сих пор гордимся, и то, что, наверное, проходит до сих пор в учебных заведениях музыкальных, вот, но как-то вот в народе немножечко разорвалась вот эта связь культуры церковной и вообще культуры. То есть немножечко как бы мы разошлись. И вот этот фестиваль, как мне кажется, призван снова объединить людей с их корнями, с их истоком. В исполнении конкурсантов прозвучали православные песни и духовные песнопения, которые можно услышать на церковных службах. Фестиваль стал не просто соревнованием исполнительского мастерства. Для участников и зрителей мероприятия русская духовная музыка – это источник сил и благодати, символ союза, разума и сердца.